электрички на Курском направлении идут с опозданием. Синоптики пугают резким похолоданием. Новые сюрпризы от погоды. Когда въезд во двор становится платным, дом переходит на осадное положение. Новая парковочная война на Братиславской улице. В столичных школах появится постное меню. Что в него попадет? Трагедия на грани абсурда. В Театре нации сегодня премьера «Гроза Островского» в необычной интерпретации. Ну а далее эфир продолжает вести Самара, в студии Венера Рамазанова. И вначале коротко о главном к этому часу. Капитальный отбор. Областные депутаты принимают долгожданные поправки в закон о капремонте. Карантин во время чумы. Африканский вирус продолжает косить свиное поголовье. Сильный пожар в Тольятти. Тушить ангары. Прибыли почти все спасатели города. И «Оскар» по-самарски. В Самаре определены обладатели театральной музы. Начинаем с новостей из соседнего Оренбурга. Через несколько минут там начнется заседание совета при полномочном представителе президента в Приволжском округе. В Оренбург отправилась и делегация из Самарского региона. На месте событий находится наш корреспондент Ольга Федорова, и она готова сообщить детали по телефону.